Привет всем! Сегодняшнее видео будет распаковка посылки с ASOS. Вроде так надо говорить правильно. Не помню, что я заказывала, потому что было давно дело. Видите, открываю. У ASOS стали очень хорошие пакетики вот с этой ручкой. Очень удобно. На почте берешь и топаешь. Раньше было просто такой куль. Так. Вот что-то тут. Три вещи, как я смотрю. Да, три вещи. Так, вещь первая с сайта, точнее не с сайта, New Look. Я вижу бирочка. Вот, такой короткий белый кроп-топ на лето. Вот как-то так. Не знаю, вроде ничего. Такой 8-й размер. Я всегда беру британские. Так. Ну, как бы про эту вещь трудно что-то сказать. Потому что, ну вы понимаете. Джинсовое платье. Очень я долго искала джинсовое платье рубашкой. Вот оно такое вот. С длинным рукавчиком. Здесь такой поясок. Ставлю я кадры, как это все выглядит на мне. И третье, это удлиненный жилет или блейзер, да, здесь он блейзер, по-моему, называется, блейзер, да, он называется. Такой вот он тоже, я восьмерочку беру, такого бордового бургунди. Dragon volume blasting, bailing out my brain. Red light flash, dim stop, I smash. Abraxas, hydroplane, massive. That's his fight for rain and madness, massive. От него другого, немножко другой ткани какой-то. Ткань неплохая, да? Но я ожидала чего-то другого. Не знаю. Вот как-то так. Такие у меня были покупочки. Я уже очень давно себе ничего не покупала. И для меня это прям целый прорыв. Купить сразу три вещи, поэтому спасибо за внимание и до новых встреч. Пока-пока-пока.